Вы знаете, и на сегодняшний день у нас вот кроме закона о свободе передвижения существуют правила регистрации граждан по месту жительства, по месту пребывания. Так вот, в этих правилах в пункте 31 о снятии с регистрационного учета прописано, что собственник жилого помещения, предоставивший гражданину жилплощадь для временного проживания, вправе уведомить орган регистрационного учета, который оформил регистрацию, о выбытии, о досрочном выбытии гражданина из этого адреса, указав, если знает дату выбытия и адрес. А там сроки какие-то обговариваются? А давайте... Может, то есть сегодня говоря, зарегистрировал, на следующий день снял. Давайте людей, которые продают регистрацию, спросим, что, как они гарантируют. Вот если я у них... Решил позвонить. Что они гарантируют? Да, мы нашли просто первый попавшийся номер телефона в интернете, люди предоставляют услуги, предлагают. Вы спросите, можно заселиться, вселиться к вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, а можно как-то регистрацию получить? Какой срок вам нужна регистрация? Мне нужна лет на 5. На 5 лет будет 113 тысяч. 13 тысяч, а мне говорили за 10 можно сторговаться. Может, за 10 уступить? Сколько? За 10. Сейчас, секундочку. Простите, можно проживать в этой квартире по этой регистрации? Штамп у вас. Там, конечно, время. Ну, давайте сделаем. Отлично. А скажите, есть какие-то гарантии? Ну, то есть у меня будет штамп в паспорте. Откуда я знаю, что вы меня через год или через месяц не выпишете? А нужно штамп в паспорте? Да, конечно. Вам постоянно прописку надо? Да. А как я узнаю, что вы меня не выписали через день? Ну, через день вас нереально выписать. Если у вас будет печать в паспорте, вас выписать можно только через суд. Ну, хорошо, через 3 дня. Это временная регистрация. Так. Вы считаете, за 3 дня, что не работает? Ну хорошо. Откуда я знаю, что 5 лет пройдет? Может быть, собственник сменится. Но, понимаете, вы вообще представляете себе, чтобы выписать человека через суд, что там, какие там телодвижения сделать? Суды запрашивают сразу справку о количестве прописанных людей. Они тоже не дураки, они понимают, что если там, допустим, люди прописаны, что это все делается не бесплатно, да? Они тоже не пойдут на то, чтобы вас выписать. Отлично, спасибо большое. Ну, вот такая позиция. Да, прописываем, хотите со штампом, появляться это не обязан.